На данный момент к бережливой поликлинике присоединилось 99 медицинских учреждений в 37 регионах страны. Очередь в регистратуре и на сдачу анализов – общая проблема всех российских поликлиник, и решать ее необходимо при помощи унифицированной схемы. Такая методика нашлась в госкорпорации «Росатом». Вот эта методология, именно внедрение улучшений, вот она фактически была апробирована в отрасли. И как хороший результат такой работы была представлена, соответственно, на более верхнем уровне, на уровне, значит, правительства Российской Федерации, на уровне президента Российской Федерации, было одобрено для внедрения в других отраслях. Несколько месяцев над внедрением проекта в МЦЧ-135 Десногорска работает специально созданная группа медиков. Смоленская атомная станция подключила к процессу специалистов проектного офиса в качестве экспертов. У атомной станции большой опыт по внедрению улучшений в производство. Специалисты атомной станции исследовали проблемы в работе подразделений поликлиники и разработали программу по их устранению. Внедрение улучшений начнется, что называется, с порога. Поликлиника начинается, естественно, с регистратуры. И когда вы приходите в регистратуру и видите большое количество людей, некую неразбериху, какую-то напряженность, то всегда хочется, чтобы здесь какой-то наступил порядок. Да? Порядок, чтобы люди пришли в комфортных условиях, попали в регистратуру, дальше также комфортно попали к врачу, чтобы это заняло минимальное количество времени. Вот именно этот процесс наладить, отшлифовать его, сделать комфортным, удобным, призван проект. Программа улучшений коснется работ по забору крови и клинико-диагностической лаборатории. Сейчас ведутся закупки оборудования, в новых кабинетах ведется ремонт. Заработает проект «Бережливая поликлиника» в Десногорске уже в этом году.